Анонс и дата выхода второго сезона сериала «Преступление». Премьера второго сезона сериала состоится уже весной 2021 года на интернет-площадке Start.ru. Во втором сезоне сериала мы увидим, что со времени событий, которые разворачивались в первой части, проходит 3 года. Главным героям вновь предстоит распутать сложное дело. Сети рыболовецкого траулера вместе с рыбой достают из воды тело молодого человека. Выясняется, что в последние дни с ним видели дочь крупного местного бизнесмена с темным прошлым, и после этого она пропала. Следователь СК Александра Москвина считает, что исчезновение девушки и убийство молодого человека напрямую связаны, и начинает отрабатывать версии. Москвина вынуждена вновь обратиться за помощью к Андрею Чистякову. Главным героям придется преодолеть личные разногласия, забыть обиды и вместе вести расследование. Если фабула первого сезона «Датского преступления» сразу была близка к понятнейшему зрителю и нам не пришлось ничего глобально менять, то второй сезон для адаптации оказался слишком сложным. К тому же мы решили, что не хотим убивать главного героя, следователя Андрея Чистякова, в исполнении Павла Прилучного, как это происходит в конце первого сезона оригинала. Поэтому мы взяли за основу третий сезон оригинала, тщательно переработали его с учетом российских реалий, развили инополии событиями. Конечно, многое пришлось изменить, но в итоге нам удалось придумать очень интересную и классную историю, которая вновь захватит зрителей и будет держать в напряжении весь сезон, рассказала продюсер сериала Юлия Сумачева. Напомним, премьера второго сезона сериала ожидается уже весной 2021 года. Если вам нравится сериал и ждите выхода второго сезона, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых российских сериалах. Спасибо за подписку и лайки.